Это World Food 2022, и на выставке еще один иностранный гость. Рядом со мной Ракеш Кумар, компания «Шелковый дом». Ракеш, здравствуйте. Скажите, что вы делаете на этой выставке? Здравствуйте. Я сейчас посматриваю, выставка очень хорошая. Я сейчас хочу поставлять и здесь продукты питания, специально рис, который басмати индийский хороший, чай, листовый хороший чай хочу, и также хочу индийские специи поставлять. Но ваша компания сейчас уже чем-то в Москве занимается? Да, мы в 2007 году основан компания, и здесь «Шелковый дом», «Шурьясин». Находимся на городе Москве, Ленинский проспект, дом 93, корпус 2. Мы поставляем здесь шелк натуральный, который пользуется домашней текстилью и также для одежды. И платки, палантин хорошие. Yes. Мы ткань готовим для мужей здесь. Мы на государственный музей мы поставляли продукцию. Хорошо, тогда вернемся к продуктам. Раз уж вы здесь, можно сказать, с разведкой, да, узнать, насколько рынок готов, насколько есть потребность. Что вы для себя уже поняли? Действительно ли востребованы будут индийские продукты здесь, в России, как вы считаете? Я думаю, да. Неужели у нас нет сейчас уже индийских продуктов, например, каких-то, и вы, например, завезете что-то уникальное? Конечно, я чай, например, индийский хочу, хороший чай поставляю. Еще рис вы говорили. Рис, да. Что вы думаете насчет конкуренции здесь? Кто-то будет с вами конкурировать? Я пройду этого, я знаю. Да. Хорошо. Что ж... Живу в Россию давно, поэтому я знаю российский куш, поэтому я привезу то, которое здесь нравится. И цена была бы дешевле, и качество было бы лучше. Здорово, от этого выиграете и вы, и покупатели, я думаю. Так что удачи вам на этой выставке, спасибо большое. Спасибо.